В хоккейном клубе «Трактор» в ближайшее время сменится руководство. Это самое громкое, самое жесткое и самое обсуждаемое заявление Алексея Текслера во время его пресс-конференции. Сегодня в Рио губернатора провел первую встречу с журналистами спустя всего 2 недели после назначения. Иван Сеничев и Евгений Губарев покинут клуб. Это будет в ближайшее время. Мною принято соответствующее решение. Второе, я определил куратора и тоже готов это решение озвучить, который займется первоочередными мерами по улучшению состояния клуба. Это известный в городе, ну, в том числе и в мире челябинского хоккея человек Борис Ефимович Видгов. Перед ним стоит задача по анализу состояния клуба, по решению тех задач, которые стоят перед новым сезоном. Ну, в первую очередь речь идет о подборе главного тренера и формировании команды, ее комплектации.